Друзья, доброе зимнее утро. Сегодня у нас 27 декабря 2020 год. Мы поехали в лес показать вам зимний лес. Снега было немного на Днепропетровщине, но вот все-таки здесь мы снег увидели. У нас, правда, сегодня такая погода, как мороз и солнце, день чудесный. Вот вспоминаешь слова Пушкина. «Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный, пора, красавица, проснись, открой сомкнутые негой взоры навстречу северной авроры». Все история, друзья. Я сегодня тоже очень тяжело просыпалась. Не знаю почему, может, потому что мороз и солнце, потому что такое типа, как весеннее сегодня... Погода – настоящая весна. Лес все-таки увидел снег. Ой, я вам покажу. Мне нравится, безумно нравится. Такой, как хрусталь прям. Оно, солнышко отсвечивает, и оно блестит, как хрусталь. Здесь было, по всей видимости, было обледенение. Сосны такие, как хрустальные, стоят. Как бы ни говорили, но лес – это прелестно. Еще один стих вспомнила о том, как в лесу раздавался топор дровосека. А что у отца-то большая семья? Дровосек, иди к нам. Дровосек. Мы сегодня пришли посмотреть на лес и сорвать пару веточек, поставить в вазу. В лесу раздавался топор дровосека. А что у отца-то большая семья? Семья-то большая, да два человека, всего мужиков-то. Отец мой и я. Это я вам показываю сейчас, друзья, вот это было обледенение, по всей видимости. И хвоя вся, вот как хрустальная, вот капельки льда сейчас. Капельки льда мы видим на сосне. Красивый лес. Красивый лес и зимой, и летом. Всегда в нем прелестно, всегда в нем очень много позитива и очень много эмоций. И главное, что мы и снег здесь увидели. Но если найдем еще... Люди все-таки говорят, и под снегом находят грибы. Поэтому... Конечно, Валерий Игоревич побежал раскапывать грибы. Если найдем, я вам обязательно покажу, друзья мои. Подписывайтесь на мой канал, заходите в гости на мою страничку, подписывайтесь на YouTube, на мой YouTube-канал, пишите свои комментарии. Будем дружить. До новых встреч в эфире. Пока-пока, счастливо, хорошего дня.